19-я гимназия Черкесска стала победителем всероссийского конкурса «Школа года 2020». Важно отметить, что школа вот уже второй раз становится победителем данного конкурса, где принимают участие многие образовательные учреждения страны. О конкурсе и о том, почему 19-я гимназия является школой год второй год подряд, расскажет Алихан Лепшоков. Развиваться и достигать высоких результатов – эти слова являются девизом для 19-й гимназии Черкесска. На сегодняшний день она является одной из современных и крупных образовательных учреждений в республиканской столице. Вот уже второй год 19-я гимназия принимает активное участие во всероссийском смотр-конкурсе образовательных организаций «Школа года», которая нацелена на стимулирование школ к новым профессиональным успехам через самоанализ. Директор Людмила Ревенко отмечает, что именно высокие знания учащихся позволили им стать победителями данного конкурса. Критерии, которые рассматривались, это и успешная сдача ЕГЭ учащимися, ЕГЭ и ОГЭ, это внеурочная деятельность, это участие в инновационной работе, инновационная деятельность, рассматривалась проектная работа учащихся, а также улучшение материально-технической базы или внешний вид и территории и здания. Необходим не только высокий показатель успеваемости учеников, но и активная внеклассная работа со школьниками. 19-я гимназия этому уделяется особое внимание. Также, по словам директора школы, еще с прошлого года здесь обучаются дети, которые набирают 100 баллов на ЕГЭ и ОГЭ, причем не по одному предмету. Образовательное учреждение было отмечено сертификатом победителя и медалью и включением в ассоциацию «Лучшая школа России». Кроме того, что мы подаем документы, посылаем результаты, посылаем видео, отправляем подтверждающие документы и справки об участии в тех или иных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. В том числе это и всероссийские олимпиады, в которых участвовали наши дети. Да, пусть они были дистанционными, но дети с удовольствием принимали в них участие. Все это сравнивается с федеральной базой, с результатами тех вузов, где дети наши принимали участие в олимпиадах. И только после этого дается заключение о том, соответствует ли школа звание «Лучшая школа России». Руководство 19-й гимназии уверено, что успех зависит от кропотливой работы, благодаря которой учащиеся всегда будут достигать высоких результатов. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.